Каждый день Вероника навещает двух старших детей в детской областной больнице. Младшего Захара берет с собой. Лестницу, которая ведет ко входу в клинику, мама с двухлетним ребенком преодолевают с трудом. Опасно, потому что она под наклоном еще вот с третьим ребенком, поэтому достаточно трудно. Это единственная детская больница в области. Только здесь есть оборудование для компьютерной томографии и аппарат МРТ. На госпитализацию, консультации и обследование сюда каждый день приезжают сотни человек. Чтобы попасть на территорию, почти все они пользуются этой лестницей. Она совсем рядом с больничной парковкой. Если кто-то приезжает с коляской, допустим, не на машине, коляску, допустим, невозможно здесь закатить. И затащить невозможно. Войти можно и через главные ворота. До них от стоянки полкилометра. Половина этого пути – разбитая булыжная мостовая, идти по которой в сырую или снежную погоду скользко и опасно. А от ворот до травмпункта, приемного покоя, справочной или поликлиники приходится еще столько же идти по территории больницы. Родители много раз просили руководство учреждения отремонтировать лестницу. Даже подключили к проблеме региональных журналистов. Как мама и бабушка, конечно, эту лестницу я знаю, ну, представим травмированного ребенка, который сам идти не может. Значит, это маме нужно сделать, маме, там, бабушке, я не знаю, кому нужно сделать такой огромный проделать путь с ребенком на руках. По словам Майи Блиновой, на ее журналистские запросы из Минздрава и больницы ответили, что ремонтировать лестницу ни к чему. Она предназначена для технических целей. А в правительстве региона говорят, больница вообще не обязана следить за лестницей. Сооружение ей не принадлежит. К верхней части этой лестницы примыкает участок, который принадлежит Минтаренерго, на которой находится трансформационная подстанция. И эта же самая лестница действительно используется специалистами Минтаренерго, поэтому, скорее всего, она придет им. Впрочем, власти до конца не уверены, что именно Янтаренерго – собственник лестницы, так как земля под ней точно принадлежит больнице. Но в правительстве обещают обязательно найти владельца и обязать его провести реконструкцию сооружения. Родители пациентов с тревогой ждут начала морозов. Когда лестница обледенеет, подъем и спуск по ней станут не менее опасными, чем ходьба по скользкой булыжной мостовой. Жанна Меллер, Наталья Красакова, Калининград, ОТР.